Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Согласно данному обещанию, мы держим вас в курсе всех ключевых событий в жизни нашей организации. Не так давно мы с вами посетили производство завода «Белэнергостройиндустрия», филиала республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой», на котором размещаются многие уникальные заказы, в том числе и производство железобетонных конструкций для экотехнопарка Skyway. Сегодня же мы приглашаем вас вместе с собой посетить строительную площадку, где все эти элементы в итоге и оказываются. Недавно мы уже рассказывали о том, что представляет собой возводимая в данный момент на территории экотехнопарка первая анкерная опора. Вкратце напомним, что речь идет не просто о концевой опоре, а о целом транспортно-логистическом узле, многофункциональном комплексе, в котором функция анкерной опоры совмещается с функциями двух пассажирских станций – городской и высокоскоростной, диспетчерского центра, энергоузла, музея и многого другого. Это сложное трехэтажное строение с зелеными насаждениями и зоной для отдыха на крыше, не имеющее аналогов в мире по пропускной способности 60 миллионов пассажиров в год, мы сравнили с международным аэропортом Дубая, одного из крупнейших аэропортов мира, имеющего площадь в 3000 раз больше. Такое преимущество Skyway обеспечивается за счет намного более эффективной логистики в сравнении с международным аэропортом Дубая, где, как и во всех других аэропортах, тысячи пассажиров часами томятся в ожидании своих рейсов. Так вот, как раз о ходе строительства анкерной опоры, являющейся важнейшим техническим элементом транспортно-логистических узлов Skyway, и о соответствии производимых подрядчиками работ высоким стандартам Skyway, сегодня расскажет ведущий специалист конструкторского бюро железобетонных конструкций из закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Дмитрий Геннадьевич Гурин, прибывший в экотехнопарк с авторским надзором. Как мы видим, на объекте завезено необходимое количество арматуры для дальнейших работ, чтобы изготавливать каркасы под стойки, проводить дальнейший монтаж конструкций. Здесь вы видите готовые каркасы, которые будут использоваться при изготовлении промежуточных опор для интеллектуального инновационного струнного ограждения. На данном этапе видим произведен монтаж опалубки для бетонирования, которая будет производиться в понедельник. Строители заканчивают монтировать опалубку для крайней стены. Как видно, работа сделана качественно, сроки соответствуют графику, так что дальнейших проблем с работами я не вижу. Работа будет произведена качественно. В ближайшее время будет производиться бетонирование конструкции, под которой возведена опалубка, и изготовление дальнейшее каркасов подстойки для забора.
Итак, я думаю, сегодня вы все еще раз убедились, что в экотехнопарке нет просто объектов. Каждый из них поистине уникален, впрочем, как и темпы его строительства. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за развитием событий на официальном сайте группы компании Skyway по адресу rsvdefisystems.com, и тогда в вашей жизни будет вместе с нашим экотехнопарком больше экологичности, технологичности и парков, а не паркингов. Строй Skyway, спасай планету!